Почему взрываются склады, когда это прекратится сегодня днем? Об этом должен был рассуждать военный кабинет, так называемый. Президент созвал всех топ-силовиков, премьера, но заседание уже несколько раз откладывали. Возле администрации президента сейчас находится мой коллега Александр Васильченко, он с нами на прямой связи. Саша, собрался ли кабинет? И если да, то до чего договорились? Наталья, добрый вечер. Заседание военного кабинета до сих пор не началось. Его перенесли на поздний вечер, хотя планировали провести еще в полдень. Из собственных источников нам удалось узнать, что совещание будет закрытое. Пройдет под руководством президента Петра Порошенко. Заседание военного кабинета переносят из-за того, что в нем примут участие первые лица государства, а также военнослужащие первого эшелона, которые сегодня побывали на месте чрезвычайного происшествия под Винницей в городе Калиновка. На заседании должны обсудить причины случившегося, возможные пути решения сложившейся ситуации. Информации мало, детали назначенной встречи держат пока в секрете. Отмечу, что участники заседания, если и зашли в администрацию президента, то в обход журналистов. С прессой никто не общается, никаких заявлений нет. Тем временем в президентской фракции уже анонсировали отставку главы Генштаба Виктора Муженко. Нардеп Иван Винник заявил, об увольнении в ближайшее время должен сообщить сам президент или секретарь СНБО Александр Турчинов. По словам парламентария, это будет резонансное заявление о несоответствии Муженко должности, так как это уже четвертый случай уничтожения склада боеприпасов за время проведения АТО. Вот и вся информация на эту минуту. Ждем начала встречи. Наталья. Спасибо. Александр Васильченко сейчас в администрации президента ожидает начала заседания военного кабинета по Калиновке.